Как максимально быстро привести осунувшееся, дряблое, вялое лицо в порядок? Я Вера Соболевская, профессиональный косметолог-массажист, 30 лет в профессии. Я показываю на модели, модель пробует исполнить после меня. Я захватываю указательным и большим пальцем часть лица, будем работать по массажным линиям общепринятым и делать вот такие щипки с вывертом. Есть замечательный автор техники Иван Алуш, француз, гениальный человек, который подарил нам эту технику. Пожалуйста, пробуем. Да, можно пальчиками, подушками, можно сделать именно крючочек из указательного пальца. Лучше делать по одной стороне. Скорее всего, левой рукой здесь будет как раз не очень удобно, поэтому можно попробовать одной рукой сделать с одной стороны и с другой. По сути, это ручной лифтинг лица. Улучшается кровообращение, активируются многие процессы, происходит тонизация тканей лица. Так мы делаем по всем массажным линиям, вполне у нашей модели получается. Захват и выверт, захват и выверт. Можно было сделать даже одну сторону и посмотреть. То есть вот у меня вот происходит. Модель делает без зеркала, у нее это получается очень и очень здорово. Несмотря на то, что я стою и мне не видно, да, лицо целиком, я вижу, наполнение ткани происходит. Угу. И область лба мы делаем такие, как елочки, бодрящие щипки. Именно так, все верно. Бодрим. Угу. И абсолютно. Также мы прорабатываем полностью лицо с другой стороны и можно мелкими щипками взбодрить область глаз. Как ни странно, хотя это не прямые лимфодренажные техники, даже уходят отеки. Главное ничего не оттягивать и делать это бодро, быстро, на лице с вывертом, а здесь аккуратными щипками в области век. И можно в пир и в мир с бодрым лицом, с эндорфинами и с хорошим настроением.